Еще один конкурс для мам прошел в минувшую субботу в молодежном досуговом центре. Подробнее о городском конкурсе «Супермама» расскажем прямо сейчас. Конкурсанткам предстояло показать себя и выполнить 5 заданий. Среди них – визитная карточка, необычный карнавал, кулинарная битва, в котором участницы порадовали жюри и зрителей своими кулинарными шедеврами, а также «Мир моих увлечений» и «Подиум плюс», где мамы продемонстрировали свои стильные наряды. Победительницей городского молодежного конкурса «Супермама» стала Анастасия Хакова. Все участницы конкурса были награждены призами и подарками от спонсоров.